Что, готово? Открывает. Так, ну что, вот это? Ну, недвижимо. Небольшое.
Я еще хотел попробовать вот это.
Слушай, ну вообще классно. Прям супер. Мне больше нравится, да, чем тот. Конечно, можно было бы попробовать еще с пластинкой, как Жека говорит. Тогда у меня будет кататься, а мне не прокататься. Почему пластинка такая широкая? А, вот так вот может быть. Почему же? Может вот это, да? Если пластинка будет вот такой длины, ее чуть-чуть вдруг. То есть, грубо говоря, вот так вот может быть. А эта штука ездит вот сюда, да? Как-то такой вариант. То есть вот, эта пластинка, да? Она вот, грубо говоря, вот до сюда получается. Вот здесь угол. И тогда получается мы получаем именно вот этот вариант, когда перемещаем ее наверх. В этом случае. Ну, как бы, и что? Я хочу попробовать вот такую вот, не площадку, а как действует вот этот зажим с нашего крепления на одной трубе. Она будет являться ограничителем вот этих 4 сантиметра, грубо говоря. И получается вот сюда, у нас вот до сюда площадка, а грубо до сюда, он сократит до 14 сантиметров, длину 2 метра 30, сокращение 15. И вот эту 15 сделали. Что, полностью автоматически хорошо сварился, да? Mm-hmm.
автоматически идеальный вопрос.